кстати, вот эту фотографию мне прислали, две. Вот видите, к нему рамки повернулись, белокационные рамки повернулись к нему лицом. Значит, впереди гепатогенная зона, опасная. Вот. А вот это вот он пытается. А я уже, извини, друг, ни фамилии, ничего не помню. У меня такая информация ко мне стекается. Почему я эти две фотографии вставил сюда? Еще раз, ребята, напомнить. Это важно, где садить дерево, но еще важнее, где ваша кровать. Вот. Еще важнее. Я не говорю, конечно, навести на дорогах порядок никто не наведет. Знаки, где это бьются машины, никто не поставит. Кроме этих дурацких, которые ни о чем не говорят людям, ни у нас, ни в Беларуси. Вот. Ну хотя бы кровать, хотя бы письменный стол. Ну нельзя же так, ведь сколько людей мрет, сколько больницы переполнены. Ведь это же всего-то надо, господи, там несколько десятков тысяч научить людей по всей стране. Вот. Это должно стать их профессией. Я не говорю, что именно вот этого человека. Вот. Спасибо, что прислали фотографию. Спасибо, что хоть кто-то в руки взял рамки. Это ж так просто. У нас еще биополе у людей большинство уничтожено компьютерами. Вот. Но еще найдется несколько миллионов человек, которые запросто рамками с точностью 100% могут заниматься этим делом. Ходить по домам. Пусть даже будет. Если бы только одно слово президента, это оказывается вещь-то нужная. Вы ученые, давайте-ка быстренько изобретайте приборы с такой точностью реагируют. Я вам сейчас скажу, как, в чем тут дело. Это не человек излучает не электромагнитные волны, как ток. Там тоже природу мы не знаем, пользуемся, до сих пор не знаем, что такое и почему он так движется, и что там вообще движется ли. Вот. И мы говорим о другом. Мы говорим о том, что биополе человека, и оно тоже излучает энергию, и тоже волнами. Вот. И оно окружено вот такой невидимой оболочкой. Она защитная, она защищает от космических лучей. Она защищает частично от рентгеновского излучения, от инфракрасных лучей. Частично, полностью невозможно. Вот. От радиации, от телевизора, от этого самого, от смартфона, от телефона, от всего, что нас окружает. Вот. Это наша защита. Но если вы годами спите в кровати, под вами страшная вещь, откуда идет излучение земной коры. Рано или поздно оно ломается. У одних рано, у других поздно. А последнее поколение, два вот эти, которым сейчас 30-40 лет, они уже ослаблены. Последнее поколение вообще без биополя, дети. Вот. И у нас все. У нас уже не справляются больницы. У нас никто это. У нас это статистика, ни одного здорового ребенка в Саяногорске не поступило в школу первый класс. Ни одного. Понимаете? И никто это не понимает природу и не хочет понять. Ну что там, враги, что ли? Чтобы вот это, элементарные вещи, ученые, приказ, сделайте приборы, займитесь этим делом. Они очень тонкие, потому что прибор, чтобы реагировал, это не на, это еще не электромагнитное поле, это биополе. Оно гораздо тоньше. Вот. Излучение здесь другие совершенно характеристики у излучения. И длина волны совсем другая. Она гораздо меньше, это только нано этими можно измерять, микронами. Вот. И людей, которые умеют владеть профессионально, они должны стать самой уважаемой профессией. Они пройдут тысячи каждый, а все вместе миллионы квартир. Представляете, как можно это? Это уже третья отдельная тема. Вебинары перебрать уже десяток Нобелевских премий. Берите, пользуйтесь, чтобы людям хорошо было. Я своего не дождался, может быть, хотя бы у вас что-нибудь это отловим зарею. Ну все, сейчас все по домам, не высунуться. Вот. Ну, показываю не Дарью, нечего смотреть на девушку. Вот смотрите сюда. Абрикос поздний Филипп, абрикос дар небес. Вот я нарезал. Это не просто абрикос, это лучший европеец, самый удачный. А это лучший этот, самый дальневосточный. Вот, пожалуйста, разбирайте это самое,
пока хватая мешки, вокзал отходит, уйдет. Никогда больше, нигде, ни за что вы этого не достанете. Вопрос стал ребром. Я никогда от вас ничего не скрывал, друзья. Сейчас вот последние минуты.